Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Марсон, вопрос жизни и смерти. Прошлый семестр я просил бан, ты мне не дал. Меня числили, я пошел на завод. Завтра нужно сделать отчет, я смотрю твой стрим. Если не дашь бан, ты меня выгонят из завода тоже. Бан, ребят, не даем. Дробитель был? Нет. Впервые, ребят, впервые в истории предлагает нового персонажа. Инге Стальной Гимон. Че, берем? Погнали? Нет, не нужно. Я уже поиграл. Я уже видел 10 тысяч каток на этой персонаже. Пожалуйста, не бери его. Не-не, ребят. Да куда? В смысле, вы что? Это новый персонаж. Впервые его предложили. Сейчас я его не возьму, потом еще никогда не предложат. Потом люди будут в чатах играть. Арслан, а ты дал новый персонаж уже? Слышал, там этот патч уже вышел, добавили персонажи. И чем скажу? Ну, типа, был персонаж, но я его не взял. Ваше существо. Ваших в скобочках не ваше, да? А почему они иногда пишут ваше существо, а по итогу реально получает баф не ваше существо? Где это? Не мое существо, я очень не покупал. Потому что сильно, да, сейчас на него посмотрим. Капля, да мне чисто капля баф не нравится. Мне Мурлок, я думаю, устраивает, это я забираю довольно большое существо. На следующий я делаю левел, я даю обилку именно в эту штуку. Рекомендация как хуже, ну слушай, рекомендация, что это вернее, этот чувак играет с первой таверны. То есть эта штука сейчас на хп меняется. Я делаю теперь ввап. И сюда ставлю. То есть смотрите, лошадь с пятой таверны, нежить, она не умеет давать стенку в магазин. Потому что там написано, ваше существо получает стенку. Здесь написано, ваше существо получает бонус. Эту обилку можно давать в магаз. Ну, короче, это больше, я думаю, косяк именно тех, кто переводит эту штуку. Так уже сказать, что, ну, я таки понимаю, да. То есть локализация. Ну, просто челики учатся играть, допустим, только зашли и такие, ага, ваше существо означает, что только мое существо. То есть в магазин давать не могу, но это же... Немножко по другим правилам играете. А он еще и бегает, да, по кругу, он так в одно ухо поет. И здесь отсюда тоже буду петь. Одно радует, ребят, что трек, ну, такой интеллектуальный. Ическая обилка. Ребят, кто обилку еще не видит, вот, навожу. Там уже треки еще не работают, у меня тоже треки не работают. Ничего, ребят, не работает. Мажор на гейм, ваше существо получает бонус к атаке равный уровню, это верно. То есть есть смысл левелапать, чтобы обилка получше работала. Так, я могу, короче, вывапать два раза, как дурачок. Сейчас делаю левел, тыкаю на хп. Потом снова делаю левел, тыкаю на атаку. Потом собираю это в триплет, в пятерку и консидаем. Могу остаться, забрать сейчас две карты. Это же пойдет, учитывая, что я забираю тебя и тебя скорее. Сейчас вешаю хп на тебя. А на следующее делаю левел и забираю на мелкобота атаку делаю, да? Это даже нормально. Кошла, на го, наверное, не буду ловлапать. Или что, не буду ловлапать? Не ладно, го не буду ловлапать. Да, ребят, в обилку в магаз можно давать, но в этом смысла, на самом деле, не супер много. Но можно давать. Че, давайте честно признаюсь, он трансляция только зрителей, только потому что все ждут попу. Как только она появится, она сразу пойдет. Да ничего не упадет, потому что, ребят, попа есть в телеграм-канале. Попа в телеграм-канале есть, ни один человек еще ББ не написал. Так что, вот, делайте выводы. Ребят, только честно, кто меня знает... Как стримера, который, ну, то есть, по Genshin Impact. Только, ребят, ну, то есть, про Hearthstone такие, когда узнали, что я вообще еще в CS играю, офигели такие, что, типа, он еще в CS играет? В смысле? Но в основном меня знают стримеры по Genshin Impact, то есть, ну, заходят в чат, пишут такие, Арслан, здорово, вы что там, когда этот Genshin Impact будет? Обилка, я не знаю, я сейчас думаю, куда собирать, я, наверное, в 6 хочу ее собрать. Он просто довольно опасный, то есть, против него есть смысл сейчас усиливаться. Наверное, посидим. Зацените! Зацените этот, ничего себе, тихоня себя нашел. Зацените, короче, покупку от, короче, по десибальной, ребят, шкале. Насколько полезная, ну, как хотели бы с нами себе, тычка полного говна. Да подожди, куда, кона ноль, я вам еще ничего не показывал. Смотрите, что есть! Смотрите, что купил! Погодите, это не забанят же? Смотри, что купил! Подушка за этот!
зашел, короче, в магаз, вижу, там такая штука продается, такое, сюда! Это надо взять, короче. Ребята, отмените покупку, короче. Отмените покупку от 0 до 10. Дырка, да какая дырка, это просто подушка. Нафиг тебе, ну а зачем ее вообще покупаю? То есть фишка же в чем? Некоторым просто нравится, допустим, вы спите, и... Да ладно, хорош, let's go. Короче, в привычке там что-то обнимать. И в итоге здесь просто обычная подушка, но она идет. А ты уже офнул диктрике. Купил подушку для ебли. Все так с тобой это... понятно. Арсвен легенда топ 8. Ничего не топ 8 легенда, погодите. Блин, раскопаю, да? Или не раскопаю? Раскопаю, не раскопаю. Раскопаю. Ладно. Подушки есть дырочки. Так, если нет, не ребята, в дырочке нет подушки, делать не буду. Я подумал, да, куплю, чатик заценит. Чатик заценит, скажет. Молодец, Руслан. Это прямо рокомментарий, я просто думаю. Ну как? Я, наверное, сейчас рокомментарий не играю, мне на следующий нужно будет именно атаку, да, забафать. Я пока даю, во что я превратился в эту штуку. Иди. Короче, точно беру. Надо рерол что-то такое найти. Есть смысл забрать? Можно, на самом деле, не так, чтобы сильно нужно. Вот, обилка следующая тоже сюда уйдет, но... Я ничего не заставлял, куда вы это? Может, девушку себе найдешь все таки? Трек. Нифига он сделан. Ребят, ничего никого не заставлял. Это просто подушка. Молодец, Руслан, не слушай их. Есть. Все, ребят, не слушай вас. Не слушай, ребят, вас, я молодец. Роу. Роу. Я думаю, что это двоец. С твоей продажи. Наверное, ты остаешься. Можно бабл вместо тебя поставить. Или вместо тебя выкинуть вообще. Наверное, мы тебя выкинем. Пусть это что штука остается. Рерол есть. Так. Туда оба, наверное, уходят. Вообще выскочка довольно хорош. Я могу прямо то и другое забрать. Если вдруг у меня трепец соберется, то... не, давайте, ладно, потерял. Финта, короче, мне нужно будет, по идее... То есть, почему я роли, почему я карты пропускаю? Потому что мне нужно будет найти, скорее всего, что-то вроде этого трубача, да? Трубач, который дает еще элема за продажу там 5 чего-то там, короче. Чего-то там. Так, Russian смог поделиться своим хобби с чатом, хоть и проверяя факты, видит, что подушки уже больше. Нет, не скоро осмелишься показать оставшуюся коллекцию. Не, ребят, у меня всего одна подушка такая, это, во-первых. Во-вторых, купил ее вот недавно. Я на нее посмотрел, понял, это то, чем можно будет с чатом поделиться. То, чем можно будет с чатом поделиться, и они тебя не засмеют точно. Рад, что не прогадал.
Мечты 3. Я думал насчет пыща. Наверное, в жопу, да, пыща? Не нужен он. Блин, еще бран есть на самом деле. Котак еще много, тебе надо продать. Не бабл тоже нужен. Мы так сделаем. Марс, идем. Марс, я не уверен, просто на него место есть, место вот этой штуки. Ну, он хорош только в случае, если мне падает... Ну, только получается это, да? Слышал, будет вернее, такая вот. Я трубач. Трубача нашел, кстати, ребят, трубача нашел. Диктуй адрес. Каждый видит подушки, она каждую ночь видит жопу Руслана. Почему жопу по детям? Так, Саня, спасибо за 100. Слышал, ты что обращаю, трубач, труба 20 сантиметров, никто адрес. Не, ребят, адрес. Ага, адрес не дам. Спасибо, адрес не дам. Да как пусто. Я же сильнее был. Трубача, ребят, нашел, спасибо, не надо. Вообще, ладно, я на самом деле могу, да, левелапнуть. Если я левелапну, я найду там себе еще рекомментарий, я там найду себе еще... этого... который... в бабле, чувак. Так, ну ладно. Это столько атаку сейчас дает, мне надо хп больше набафать. Атака вроде как плюс-минус есть, но... У тебя, наверное. На следующий надо будет жопку жестко набафать. Что билка делает? А билка дает либо хп, либо... либо хп, либо этот... либо атаку, меняется каждый ход. А что погоде? У нас, короче, жарко становится. Я сегодня на улицу выходил, там было сколько там? 20, по-моему, 7 градусов. Лучше, короче, вообще на улицу не выходить. Навсегда, само собой, навсегда. Если не навсегда, то смысл в ней. А, про тебя один все равно продавать. Так я заберу, у меня реролы же будут. Я могу сейчас покрутить на эту штуку на атаку, я, наверное, хочу хп больше. Смотрим. Ребят, смотрим. Сейчас должен быть жесткий ход. Что-то эта штука прикольная. Ну, на нее же место как будто... или что ли стоит? Не, наверное, не стоит. Мы такие штуки ищем. Это хорошо, но... не сразу, он сейчас просто атаку начинает бафать. Ладно. 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 Михи 5. Ну ладно, в этот раз, наверное, есть поищи или нет. Или да, или нет.
Я в этот раз, наверное, по щас заберу. Ребят, сильненько, нормально. На следующий ход эта штука уже будет давать хп. Теперь уже точно в этот раз будет давать хп. И мы все теперь забафаем. Просто атака есть, но на самом деле против мехов нужна именно жопка. Почему мы сейчас вообще чуваку этому проиграли? Потому что у него, кому-то проиграли, мы проиграли. То есть там мехи, баблы и все такое, да. То есть не супер сильно, за счет баблов справляется. Там баблы, ребаблы и так далее, и так далее. У нас если будет жопка под бафы, то мы можем так каждого меха так, каждого будем так жестко сбивать. Так, следующий, ребят, трек ставлю. Так. Пресли, я твой трек вижу, я его поставлю. Твой трек я поставлю. Покажи подушку, я какую подушку? Какую подушку, не понял. Подушка, вы о чем? Роу. Неужели такие карты существуют? Офигеть. Чел прибивает очень жестко. Я не буду брать бабл. Нам нужно трубача найти с этой штуки, трепетого бахнуть. Так, в этот раз надо здесь покапить. Вперед тебя продаем вначале. Я найду этого трубача. Он рядом. Я чувствую его. Смотрим. Чел прибывает на 16, на 15. Ну видно, да почему? Очень много сатов здесь. Еще третья карта, у нее тоже куча сатов. Я думал, яд против него ставить, или я плюс-минус сильная? И по итогу, походу, надо было ставить. Что-то он тоже какой-то мощный. У него там... Та штука в золото собралась. Жопа он, короче, вонючая. Трубачи, да, сейчас найдем уже близко трубач, я чувствую его. Пропустил трубача, добыть не может, он бы трепетом показался. Он за этой штуки по трепетам показывался. Ну, кого-то подролим. Герои всякие есть, но сейчас надо собирать, он как будто сейчас не особо хочется. Ну дай карты, дай карты! Ребята, и карты. Да ладно, ничего нет. Еще раз сделаю. Ну почему так? Где, ребят, карты? Что с трекером? Да не работает, ребят, трекер не работает. Здорово собирать, но честно, не хочется в руке держать. То есть, на самом деле, найти трепет Меливидона сейчас сложнее, по идее, чем трубача. Потому что, ну, как бы, голду трачу, все такое. Трекер, короче, сейчас не работает. Почему? Потому что вышел, ребят, новый патч, новый персонаж, и на эту версию по ходу игры он просто, ну, как бы, не этот. Не знает, не умеет. Трубач может там сойти? Не-не, отсюда не падает трубач.
Отсюда может такое упасть, но сам трубач не падает. Карты сами себя не дают, по идее. Котенок героя вроде сильно не баб. Ты про этого персонажа? Ну, прикольно. То есть, следующий заход был более-менее такой, с которого можно было 3-5-6 собрать, и по идее нашей билкой и позволяла нам 6 собрать, для того, чтобы нам фул лицо не разбили. Вроде как смысл в этом. Бупинг, по-моему, нет, по-моему, что другое. Написано Dreamcatcher. Что патч добавили, изменили? В ассетах патч, вон там, чуть выше тебя написали, можешь зайти посмотреть. Дрипить играл? Не, еще не играл, ребят, еще не играл. А, блин, там еще такое дается. Трубач! Трубач! По идее, надо сейчас забирать все-таки чешую, да? Я тебя на персла поставлю. И, наверное, нужно будет тебя ставить на кого-то из вас двоих. Да нет трубачей, короче, забейте. Не существует эта карта. Да не хочу узнать вкус поражения, дай вкус победы. Как стенка. Как первый удар за ним. Ай. 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 Мне срало, там два ролла было с этого. С Лема. Могу так подролить, могу... Ну, короче, ладно, сейчас что делаем там? По итогу. Ладно. Я могу вот это смога забрать, ну, плюс-минус. Забирая бабл, вешай снова сюда. Возможно, что-то подобное забрать или только тебя забрать. Кому она достойна и меня? Ну-ка, потроллим. Я, наверное, попробую так досправиться. Типа такого сделать. Хватит хорошо, не хватит, то как бы нехорошо получается. И, наверное, следующий должен ты уходить, и потом тебя поставлю. Но пока мне нужен будет этот слот. Я, ну, пока фиг вам. Первая тычка сюда. Вторая тычка сюда. Третья... Да, короче, пошел ты. Посмотри статы. Какие статы? А, юнит, здорово, нет, стата у нас, ребята, уже давно, ну, один яд бы все равно не помог. Нужно было что-то больше, нужно было... Еще походу Лерой, или хотя бы попасть просто в этого Урзула, да?
Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть.